Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы немножко уделим внимание ноябрю и поговорим о денежных потоках, денежных энергиях и о денежной практике, которую мы всем рекомендуем провести до 18 ноября. Эта практика откроет денежные потоки и вибрации в вашу жизнь. Поэтому обязательно просмотрите от начала до конца это видео. Будет много полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал «Эзотерика для тебя». Друзья, проверьте, чтобы было включены уведомления и включен колокольчик на все уведомления. Также ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете изобилия, достатка, прибыли и благополучия. Пусть как можно больше людей узнают об этой важной информации. Друзья, у нас уже ноябрь наступил и уже... Сегодня у нас с вами 11 ноября, когда мы записываем это видео, и в ноябре не так много денежных дней, когда вы можете особо уделить этим дням внимание. Но в ноябре у нас с вами будет два затмения. Друзья, обращаем ваше внимание. Первое – это солнечное и потом лунное. И данное событие вообще-то огромная редкость, но на это стоит обратить свое внимание. На протяжении всего ноября, вот начиная с 11 и до 30 ноября, старайтесь сами сохранять внутреннее спокойствие, с терпением относиться к выпадам и раздражению других людей, потому что вы должны понимать о том, что планеты так встали, и звезды, что люди начинают страдать помутнением рассудка. Хотя внешне может выглядеть все именно так, все вроде бы хорошо. Но вы должны понимать, что и коридор затмения, который у нас начнется с 19 ноября, и все-все это будет влиять на людей. Поэтому давайте до 18 ноября постарайтесь провести как можно больше практик, ритуалов на привлечение денег, решить все свои финансовые вопросы, рабочие вопросы, подписать все те контракты, которые вам были нужны, интересны, которые принесут вам именно деньги. То есть, в общем, займитесь всем тем, что именно связано с вашей жизнью, связано с работой, со здоровьем и так далее. Уделите внимание. И, друзья, значит, в этом лунном месяце будет несколько дней, когда вы можете прожигать денежные свечи для привлечения и активации финансового потока. При этом вы можете купить как специальные программные свечи для привлечения и открытия денежного потока, так и обычные, но обычные именно зеленого цвета. Можете использовать красные, но не постоянные, потому что красные свечи у нас отвечают за активацию денежного именно потока. Итак, друзья, обращаем ваше внимание, что именно денежные дни будут 15 ноября, но свечи мы ставим на северо-западе вашего дома или квартиры и 24 ноября только на западе. Только большая просьба, эти денежные свечи, которые вы будете прожигать, ни в коем случае не ставьте ни в санузлах и ни в коем случае возле входной двери. И мы надеемся, что этот месяц для вас будет плодотворным и щедрым на позитив. Также, как мы уже и сказали, до 18 ноября вы можете провести практику на привлечение денег, прибыли, достатка и благополучия в свою жизнь. Вам нужно спрятать под коврик, именно в квартире, который коврик, возле входной двери монетки с цифрами 5 или 50. И пусть там живут эта ваша монетка. И пусть несет деньги в дом. Почему именно в этот период? Дело в том, что период белой полосы для нас всех, это время изобилия, продлится до 18 ноября. Потому что 19 ноября у нас с вами и полнолуние, у нас с вами и начинается коридор затмений. То есть, в общем, постарайтесь все успеть до 18 ноября. Луна
сейчас набирает полную силу и начинает особое ресурсное время изобилия. Так как Луна сейчас у нас с вами, как вы уже видите, Луна перешла в полный рост. Поэтому мы очень рекомендуем вам не упустить этот момент, шанс и поток космического благополучия. Особенно рекомендуем провести эту практику до 18 ноября тем, у кого деньги не держатся в доме. Или, знаете, вот есть люди, которые вот они работают на 3-4 работах и вроде бы все делают, но все равно пальцы, сквозь пальцы утекают деньги. И именно проведите эту практику. Что мы с вами делаем? Достаточно провести этот ритуал до 18 ноября. И растущая сила Луны, она еще и увеличит их количество. Для этого вам понадобится любая монетка. Выберите эту монетку, вот, допустим, возьмите вот прямо сейчас после видео, открывайте свой кошелек, посмотрите, какая у вас есть монетка, которая вам больше всего понравилась. Если она не понравилась, у вас все они какие-то мутные, какие-то, знаете, уже подшарпанные, не очень вам нравится, значит, не проводите. Значит, попытайтесь найти именно ту монетку, которая вам вот именно привлечет, и вы прямо почувствуете, ой, ну прямо от как-то на душе станет хорошо. Монетка может быть любого цвета и достоинства. Итак, берем монетку. Обязательно вам нужно сосредоточиться. Вы должны быть одни, спокойны и обязательно верить в то, что вы делаете и что у вас все получится. Далее обращаем ваше внимание, что нашу монетку мы берем в левую руку и наговариваем на нее 3 раза следующие слова. Денежки денежек поджидают, у порога встречают, в гости зазывают. Приходите, сребрики, медики да золотники, здесь вам наварено, напарено да налито. Денежки лежат, копятся, прибавляются, силы набираются, да будет так. Итак, сказали эти слова 3 раза. Желательно, чтобы вы переписали на листочек. То есть не просто лишь бы вот взяли, подготовили, взяли монетку, быстренько прочитали и все. Нет, старайтесь вот с расстановкой и с пониманием это делать. После этого кладем монетку под коврик у порога с внутренней стороны. И пусть эта монетка там всегда лежит. Очень важно, чтобы эту монетку никто не взял. Никто не вымел случайно, и поэтому вы должны за этой монеткой постоянно следить. Если вдруг монетка потерялась, или кто-то ее забрал, или вы сами ее случайно вымели, вы можете заново провести этот ритуал. Но обращаем ваше внимание, что эффект этого ритуала будет только на время растущей Луны. И пока будет монетка лежать у вас под ковриком, ваши деньги никогда не будут утекать из вашего дома. Друзья, это очень древний ритуал, и он проверен и нашими бабушками, и прабабушками, и он сам по себе очень эффективен. Если вы решили провести ритуал, и вы нашли более интересную, красивее монетку, только монетка должна быть, друзья, она платежеспособная быть, то есть та, которая есть. То есть не какая-то старинная, а именно та, которая в вашей стране есть сейчас в обиходе. И в таком случае вы эту должны потратить, а следующую заговорить. Друзья, до 18 ноября используем это время для того, чтобы привлечь деньги, изобилие, достаток, благополучие в свою жизнь. У нас осталось не так уж много времени. Поэтому всем рекомендуем. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно смотрите другие видео на канале, заходите на наш канал. У нас много полезного, полезной, интересной, важной информации каждый день. Друзья, прямо сейчас вы на экране видите 2 прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Переходите, то, что вам нравится, смотрите. Всем приятного просмотра. Услышимся в следующем видео.